Ой, вот так вот надо сделать. Ага. Ну что, доброго всем времени. Мы хотим поздравить в этот замечательный праздник, День военно-морского флота России, поздравить всех мужчин, всех флотов этой страны. Но самое главное, мы хотим поздравить Краснознаменный Тихоокеанский флот, тех мужиков, которые там служили, поскольку мы сами на КТОФе, и мы, Назаренко Алексей, Назаренко Артем, поздравляем всех тихоокеанских мужчин с великим праздником, Днем военно-морского флота. Но самое главное, мы поздравляем весь экипаж СКР «Порывистый», который до сих пор жив. Все года, всех офицеров, матросов, старшин, мичманов, всех с великим праздником военно-морского флота. Да, Тёмыч? Вот, вот мы, «Порывистый», мы с Тёмкой в прошлом году посетили великолепный город Владивосток. Все великолепно для нас сделали, все прекрасно нам организовали. И поэтому мы решили записать вам такое поздравление, потому что мы в этом году к вам приехать не сможем. Зато мы сможем вам показать некоторые кусочки Среднего Урала, которые есть в нашем имении. А пока за вас шило с великолепным вишневым компотом. С праздником, мужики! И посмотрите чуть-чуть по сторонам. Какая кругом красота, ребята! Как замечательно иногда быть на даче. Жить в своих собственных владениях, наслаждаться великолепными пейзажами. И ждем вас гости. Нижний Папа, Шалыгин, Шилов, Готлиб. Они все будут здесь как дома, потому что у нас тут ходят поезда. Каждые полчаса, 20 минут, полчаса, час. Но утром стоит такая тишина, такая красота. Так здорово, мужики. Я вас всех очень люблю. Я вас поздравляю с нашим праздником. Я знаю, что мы еще не раз соберемся вместе. Астрахань, Курск, Киров, Москва, Пермь, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск, Амуре, Сахалин. Все. Я вас всех люблю. Я вас всех люблю, ценю и уважаю. Удачи вам всем. Удачи и здоровья. Всего вам лучшего.